Так, с такими друзьями это за крейсер вроде как летали. Сектор Доминион, это я не помню, чё. Короче, двойку загружаю. То ли опять я в меню сохранился там. В выборе задания. Так, кажись, по загрузке быстрой, что не миссия загружается. Наверное, так надо сохраняться. А может и нет. Все равно долго. Короче, мне за корабль понравилось. Прям прикольно миссию за корабль летаешь. Так, вроде со всеми я тут побазарил. В эволюции еще. А, с Абатуром тут разговор есть, интересно. Мы можем сами взломать сеть Доминиона. Тиранские системы нелепы. Проблемы со взаимодействием. Много факторов мешают запросу. Биология, язык. Значит, между нами возможно только элементарное общение. Верно. Процессы зергов отличаются. Несовместимы с машинными интерфейсами. Значит, все зависит от Валериана. Да, вот так вот. Неплохая информация. Что там с Керриганом я забыл? 47-й? И я смотрел, вроде как 11 уровней за задание. Надо связаться с Хорнером и Валерианом. Я должна знать, где держат Джима. Так. Дополнительная задача 2 уровня. И дополнительно можно получить эволюцию. Так. Ну, позырим. Керриган, мы нашли Джима. Где он? Его держат на тюремном корабле Морос. Он каждый час перемещается по случайным координатам. Никто не знает, куда он прыгнет в следующий раз. Но он же должен где-то заправляться. Именно. И завтра корабль на 32 минуты остановится у станции Атлас. Оттуда на корабль отправят танкер. После дозаправки Морос опять скроется. Призраки могут проникнуть. Нет. Вы сделали свою работу. Дальше я справлюсь сама. Будьте осторожны. По сравнению с Моросом, Новый Фолсом — это ясли. Ни хрена не понятно. Но что-то мне кажется, танкер, который на дозаправку летит, надо сбить. Керриган принял решение прокинуть на Морос в одиночку. Без помощи рейнджеров, рейдеров. Ее Левиафан находится рядом для боевой поддержки. Слушай, ну это вообще лютая тема. Так, а чё? Ну ладно. Станция Атлас. Я внутри. Наши сенсоры фиксируют вас. Я буду передавать вам тактические данные. Будьте осторожны, Керриган. Мой отец принял все возможные меры, чтобы Рейнера никто не мог освободить. Твой отец не готов ко встрече со мной. Так, это точно. Но тут у меня ничего нет. У меня пассивки. Цепная. Так, стойкость. Это нормальная тема. И хилка. Я закапываться еще могу. А когда я закопался, я, наверное, невидимый, да? Это мой мир. Что-то у нас вообще есть. Рой, это я. Мы адаптируемся. Какого? Чё какого? Капец. Наша миссия продолжается. Все падут перед Роем. Для нас нет преград. Так они вроде и не побили ее даже. Говори. Так, кто у меня есть? Гидролиск.
меня же он какой-то офигенный. Полые костяные иглы. Это вообще люто. Мутировать скрытня. Так, скрытие ничего делает, я забыл. Закапывается что-то. Это надо мутировать по-любому. А эти в гиблингов мутируют, причем бесплатно. Это я не знаю, есть ли смысл. Тут эти вообще ребята лютые, надо их на двоечку назначить. Твоя королева слушает. Этих на троечку. Что на этот раз? Тревога! Они развели платформу. Мы идем в обход. Важные воины Доминиона, этот корабль атакован королевой клинков. Вы знаете, что делать, солдаты? Так, спасти Джима. Да. Так, а чё это? Червяк-то... А, погоди, королеву он дал. Так, королева хиляет, тараканы там тоже мутировать что-то могут, нет? Когти землерои. Короче, он когда взрывается, хилится. Сейчас я тараканов назначу на тройку. Вот, буду F2. Венгск будет страдать. Главное, никаких секретов не будет. Это мой мир. Рой. Твоя королева слушает. Разумеется. Мы адаптируемся. Для нас нет преград. Да. Рой, это я. Я позабочусь об этом. Менгск будет стран. Твоя королева слушает. А чё мне дали операцию? А мне её особо ничего не делал. Говори. Что на этот раз? Скрытень. А почему гидролизка только? А, вот они, гидролизки. Так, а что у нас скрытень-то? Только наземные атакуют? А, ну тут воздушных-то, в принципе, не должно быть. Таракан. Тоже только наземные. Моя месть свершится. Адаптируемся. Для нас нет преград.
Время пришло. Так, далее еще зергов. Наша миссия продолжается. Минкск будет страдать. Интересно, есть тут что? Все падут перед роем. Вроде ничего нету. Разумеется. Моя месть свершится. Это... Они подкатили тяжелую артиллерию. Они закрыли главную переборку. Тебе придется разнести ее. Да. Так, что они там закрыли? Вот здесь, наверное. Разумеется. Самое время. Так. Я все очкую, что какое-нибудь дополнительное задание пропущу. Это мой мир. Я разрушу эту преграду. Рой, защити меня! Рой ответил на твой зов! Она пытается прорваться к объекту! Остановите ее! Высылайте подмогу! Там есть тяжелая техника. Будьте осторожны! Слуги, защитите свою королеву! Минкск будет страдать. Что на этот раз? Моя месть свершится. Так, тут ничего нету. Здесь... Для нас нет преград. Наша миссия продолжается. Это мой мир. Мы адаптируемся. Все падут перед роем. Короче, ни хрена. Время пришло. Рой, это я. Керриган, это Хорнер. Рядом с тобой есть отсек охраны. Там хранится тюремный реестр. Об остальном мы позаботимся, когда Джим будет в безопасности. Плюс один уровень. Так, два секретных документа. Как они выглядят, хрен его знает. Пойду сюда. Я позабочусь об этом. Наши войска атакованы. Да. Говори. Разумеется. Самое время. Я позабочусь об этом. Керриган, рядом с тобой большой отряд охраны. Если внедрить здесь зверопадов, то зараженные тираны сломят вражескую оборону. Тебе виднее. Это мой.
все падут перед Роем. Так. Предлагается, значит, туда встать, на эти точки. Что на этот раз? Для нас нет преград. Я позабочусь об этом. Мы адаптируемся. Разумей, наши союзники вступили в бой. Самое время. Рой, это я. Говори. Для нас нет преград. Наши союзники вступили в бой. Может быть! Уничтожить стыковочный мост! Отсоединить тюремный отсек! Ты слышал приказ? Стреляй! Отпустим наших бандитов на волю! Моя месть свершится. Керриган, не думал, что у тебя хватит глупости сунуться сюда. Теперь из-за тебя погибнут все эти отважные люди. Что он сказал? Эти герои отдадут свои жизни, чтобы раз и навсегда уничтожить безжалостного монстра. Вы с Джеймсом Рейнором будете гореть в аду вместе. Керриган, мы только что видели, как взорвался капитанский мостик. Морос разваливается на части. Ты должна спасти Джима. Времени почти не осталось. Моя месть свершится. Стреляйте, идиоты! Для нас нет преград. Мы адаптируемся. Наша миссия продолжается. Все падут перед Роем. Рой, это я. К черту все! Бежим! Самое время. Я позабочусь об этом. Куда бежать? К кораблю снесло целый борт. Что этот раз? Для нас нет преград. Довольно. Ломайте ворота. Спасательные шлюпки! Скорее!
тюремный отсек. Здесь нет спасательных шлюпок. Мы адаптируемся. Я не буду сидеть и ждать смерти. Режьте этих свиней! Разумеется. Для нас нет преград. Кара небесная! Все падут перед Роем. Я позабочусь об этом. Рой. Бежим! Рядом серги! Активируемся. Для нас нет преград. Разумеется. Что на этот раз? Реестр. Понял. Спасибо, Керриган. Самое время. Это мой. Пустите нас, ублюдки! Продолжается. Да. Корабль разваливается на части. Нужно торопиться. Минск будет страдать. Наша миссия продолжается. Это конец! Захватим с собой в ад этих паршивых тварей! Да. Загара, пусть Левиафан стабилизирует эту часть корабля. Готово. Держись, Джим. Я уже рядом. Должна была спасти тебя. Что ты натворила? То, что должна была. Скажи это Фениксу и миллионам невинных, которых ты уничтожила. Ты поклялся убить королеву клинков. Ты всегда был единственным, кто верил в меня. Веришь ли ты в меня? До сих пор. Я люблю тебя. Помни об этом. Все кончено. Да ладно, ты все кончил. Ну что, нормальная бабеха. Только крылья костяные, ну и что? Короче, все нормально, так. Не допустите, чтоб запас. Так. Не менее чем за 8 минут на сложности боец.
Моя королева, ты не пользуешься всеми доступными способностями. Советую заглянуть в личные покои. Джим в медицинском отсеке, но я не думаю, что он захочет говорить с... Мне нужно поговорить с тобой. Ты ведь понимаешь, что я скоро лечу на Кархал? Да. Ты хочешь убить моего отца? Он давно заслуживает смерти. Я должна знать, на чьей ты стороне. Я со своим народом. Я смирился с тем, что моему отцу нет прощения. Его нужно удалить от власти. Рада, что мы нашли общий язык. Ты вышла на новую ступень силы. Тебе открылись новые способности. Так, ну и что тут? Эффективность способностей. Время восстановления и затраты энергии на способности на 20%. Ну, это нормальная тема. Так, а здесь что? Ярость. С каждой атакой скорость атаки Керриган временно повышается на 15%. Максимальный бонус к скорости атаки 75%. Тоже лютая тема. Это чисто атакой бить вот этой пассивной. Супер. Или заражает боевые единицы противника при атаке. Если их быстро убить, они породят двух симбионтов с ограниченным временем жизни. Ну, либо ярость, либо вот это. Ну, наверное, ярость возьму. Так, у меня моментальные надзиратели, двойные рабочие. Пассивочки. Ну, пускай так и будет пока что. А вот это последнее уже на 60 уровне. Это, наверное, через миссию будет. Можно будет заглянуть. Есть эволюция, по-моему. Рейвита. Подвид Рейвик готов к улучшению. Обнаружено существо с полезными генами. Позволит Рейвику порождать летающих саранчидов. Нужно поглотить, получить эссенцию. Улучшить рой. Так, падальщик. Осадная боевая единица. Порождает решающихся летающих, которые атакуют наземные цели. Ползун. Осадная боевая может переместиться в любую точку, находящуюся в пределах слизи, с помощью глубинного тоннеля. Окопавшийся или закопавшийся роевик распространяет слизь. Вот это лютая тема, кстати. Это считай как телепортация какая-то. Ползуна, наверное, надо брать. Чем эти саранчиды, зачем? Порождать саранчидов неограниченное количество, что делает их незаменимыми при затяжных осадах и прорывах мощной обороны. Планета Круксас 3. Новый Вавилон. Эссенция находится на территории Доминиона. Местный вид. Умеет летать. Обладает необходимыми для рывика фрагментами кода. Из гнезда можно получить эссенцию. Позволит рывику порождать летающих саранчидов. А доминионцы станут отличными мишенями. Так, вообще сам рывик у нас что? Только наземные.
Войска тиранов преграждают путь. Нужно уничтожить. Быстрее даже не видно. Ну ладно. Так, ну радиус у них большой, надо подальше закапываться просто. Генетический код Рейвика. Новый вид. Падальщик. Порождает летающих саранчидов. Начинайте осаду. Окопайтесь тут и уничтожьте ракетную шахту. Вперед! Нужно уничтожить другую. Наземные силы тиранов оказывают сопротивление. Нужно использовать падальщиков. Воздушное превосходство. Уничтожены. Вторжение Роя можно продолжать беспрепятственно. Подготовка к новым испытаниям. Планета Игнос. Недавно была убита мать стаи. Стая в опасности. Организм «Пепельный червь» атакует стаю. Быстро передвигается под землей. Неуловимый. Эссенция необходима для усовершенствования Рейвика. Уничтожить. Получить генетический код. Это пепельный червь. В атаку!
скрылся под планетарной корой. Перебрался в новую точку. Надо преследовать. Эссенция получена. Внедряю в генетический код роевика. Ползун прокапывает проход в планетарной коре. Выходит на поверхность в указанной точке. Инкубатор атакован. Роевики должны прокопать глубинные тоннели. Защитить улей. Защита ульев прошла успешно. Доминион разгромлен. Нужно подготовить к интеграции генетический код роевика. Возвращаюсь в эволюционный отсек. Ну вот. Вот этого пацана надо брать. Генетический код готов к интеграции. Жду решения. Новый подвид. Так, сразу роевик. Чё у него там? Во, наземный и воздушный. А ползун, наверное, не может. Вот это взять, что его не обнаружить, типа. Пускай пока воздушный стоит, что-то я не заметил. Ладно, вот это возьму. А там посмотрим. Джим в медицинском отсеке, но я не думаю, что он захочет говорить. Мне нужно поговорить с тобой. Это понятно все. Мы уловили странный псионный сигнал. Он исходит от зергов, не связанных с Роем. Я знаю, что ты хочешь свергнуть Менгска. Его главное оружие — это гибриды. Вот координаты лаборатории, где их выводят. Встретимся там. Если Доминион контролирует гибридов, то наше вторжение на Кархал обречено. Нужно уничтожить эту лабораторию.
Моя королева, зараженный тиран, который связался с тобой, желает тебя видеть. Он заявляет, что вы знакомы. Кто ты? Ты не узнаешь меня? Я Алексей Стуков. Когда-то мы были врагами. Что ж, похоже, теперь мы оба зерги. Верно. У нас сейчас одна цель. Мы оба хотим уничтожить эту лабораторию. В ней Менгск выводит гибридов. Скрещивает ДНК зергов и протосов, чтобы создать существ невиданной силы. Скоро мы положим этому конец. Так, разговорчики есть. Ты ведь не просто хочешь избавить мир от гибридов, верно? Почему ты помогаешь мне? Меня держали здесь много лет. Ставили эксперименты, пытали. Делали ужасные вещи. Я хочу, чтобы эту станцию сожгли дотла. И мне кажется, ты единственная, кто хочет и может это сделать. Заражение, плен, эксперименты и бегство от погони. У нас много общего. Свяжись с матерями стаи. Пусть они направят своих левиафанов в эту систему. Приказать им начать высадку на станции? Нет. Захватом станции займутся наши загары стаи. Ты хочешь, чтобы остальные стаи подождали на орбите? Пусть держатся поблизости. После того, как станция будет уничтожена, мы направимся к Кархалу. Зараженный тиран, но не такой, как все. Он силен, но при этом никому не подчиняется. Откуда он? Стуков с планеты Земля. Несколько лет назад оттуда пришла боевая флотилия. Помню, как я ее разгромила. Иначе и не могло случиться. Мне казалось, Стуков погиб. Поступали сведения, что его воскресили, заразили, а затем исцелили. Все возможно. Ведь он столько лет провел в плену. Организм Стуков необычайен. Вызывает беспокойство. Что это значит? Мутации Стукова уступают только мутациям истинной королевы клинков. Но Стуков — продукт осмысленного изменения генной структуры. Смешение материй тиранов и зергов на недоступном рою уровня. Нашлось нечто превосходящее тебя. Вижу, что тебе это не нравится. Не могу отрицать. Существо, создавшее Стукова, превосходит организм Абатур. Рекомендую немедленно перенять его эволюционную модель. Еще чего? Так, что здесь? Значит, здесь Менгск производит гибридов. Проникнуть внутрь будет непросто.